where there are no rules, insanity rules. Anons Rage 2 у многих вызвал закономерный вопрос: зачем? Это как если бы в Голливуде решили сделать продолжение какого-нибудь не слишком удачного клона фильма «Безумный Макс. Дорога ярости». Только раскрасили бы там все в ядовито-желтый и фиолетовый цвет, а Шарлиз Терон заменили на похотливую старуху в мехах на дряблой шее, которой прислуживают голые рабы в масках. Ну да, весело, безумно, можно позырить какое-то время, чисто ради ржача, но оно нам надо? Однако ответ на этот вопрос на самом деле не так очевиден, как может показаться, потому что и в самой Rage 2 есть далеко не только похотливые бабульки. Жажда убивать. Несколько дней назад мы в двух отдельных роликах уже говорили об основных отличиях сиквела от оригинала, а также о том, что в целом вторая часть из себя представляет, какие тут есть механики и возможности. Поэтому в этом видео мы не будем снова пускаться в техническую часть, а займемся преимущественно критикой. Про сражения и новые возможности. Вся критика Rage 2 сейчас базируется на двух китах и основополагающих тезисах, с которыми, в общем-то, трудно спорить. Первое. Как шутер, это крутая, классная игра, в которой сразу чувствуется рука авторов Doom и Quake. Точнее так, это как будто бы авторы перезапуска Doom 2016 года выпустили свое детище в открытый мир, разработанный авторами Mad Max и серии Just Cause, и сделали бы ему перед этим инъекцию Bulletstorm. Потому что добавление тех самых многократно уже описанных и расхваленных спецспособностей и уникальных видов оружия действительно придало и без того качественному, солидному и смачному, особенно когда слышен звук лопающихся от ваших выстрелов голов, шутеру ту самую нотку безумия, которой, собственно, и хотели добиться авторы. Да, вы можете играть по классике и тоже получать удовольствие. Фирма id Software, отвечавшая именно за стрельбу, веников, как известно, не вяжет, поэтому все оружие в целом тут ощущается отлично. Звуки, как вы уже поняли, радуют слух, а огромный дробовик на ближней дистанции делает ровно то, что он и должен делать в любой игре, разработанной создателями Doom и Quake, то есть дарит много чисто мальчишеской щенячьей радости от вида разлетающихся на кровавые ошметки врагов. Но сама игра буквально кричит вам: «Эй, мужик, харе там отсиживаться, давай выходи в центр, врезайся в самую толпу, совершай рывки, уходя от ударов и ракет, отбрасывай врагов или превращай в фарш ударной волной, взрывай на расстоянии бочки, прыгай и зависай в воздухе с помощью гравитации, а потом падай камнем вниз, создавая ударную волну, засасывай все живое в черные дыры, а если у тебя нет еще какой-то навороченной сверхспособности, срочно езжай, ищи ковчеги, открывай новые уникальные оружия и возможности, чтобы не чувствовать себя лузером на этом празднике безумия и смерти». К слову, тот самый «рывок» можно даже назвать неким жанровым прорывом. Это ощущается, как будто уклонение и перекаты из Dark Souls перенесли в жанр шутеров и ускорили в 100 раз. Но сохранили при этом откат способности, то есть фактически зависимость от стамины. Сами понимаете, что это открывает прорву новых возможностей, потому что к рывку можно еще при прокачке умения добавлять критический удар прикладом, еще какие-то бонусы, можно связывать его и вообще все умения с оружием в комбо. Рванули, одного ударили, другого отбросили броском, или прыгнули, зависли на пару секунд, выстрелили, убили одного, потом рухнули камнем на землю и превратили в кровавую кашу еще троих. Да, поначалу кажется, что многое из этого не нужно. Зачастую с врагами можно расправиться и по старинке. К тому же и в плане управления нужно еще привыкать к тому, чтобы вот так ловко жонглировать способностями и оружием, переключаясь между разными вариантами. Мы сначала играли на нормальном уровне сложности и всеми этими сверхспособностями особенно не баловались, но постепенно местный трэш, угар, динамика, количество единовременно нападающих врагов и обилие классных способов с ними разделаться захватили, поэтому захотелось выставить сложность на высокую и не отсиживаться или отстреливаться на расстоянии, а прыгать, врезаться в самую толпу, чередуя умения и оружие. Не с первого раза, но именно таким вот творческим способом толпу человек в 20 охраняющих вход в аэропорт Эдем удалось вынести. И это дико понравилось. Понравилось чувствовать себя действительно крутым уокером, последним рейнджером пустошей, способным в одиночку расправиться с целой армией. Про открытый мир и сюжет.
второй неоспоримый в целом тезис связан с тем, что открытый мир в Rage 2 трудно назвать живым и очень интересным. Да, по сравнению с оригиналом он, безусловно, стал больше, и его сразу можно исследовать, отправившись в свободный полет на все четыре стороны. По дорогам ездят бандиты, торговцы, какие-то патрули и караваны, периодически приземляются и начинают вас обстреливать правительственные башни, кто-то предлагает погоняться, кто-то блокирует дороги и так далее. То есть активности в разы больше, чем в оригинале. И все без всяких швов и подзагрузок. Это прорыв по сравнению с первой частью, но вот по меркам всего жанра открытых песочниц, Avalanche Studios опять особо ничем не удивило. Тут все достаточно стандартно и банально, а местами даже хуже. Животных, каких-нибудь вполне уместных в данном случае агрессивных четвероногих мутантов с хвостами и клыками, как это было, например, в Borderlands, здесь вы не встретите. И представьте удивление, когда вы переезжаете из пустынных-припустынных пустошей, где, ну ладно, мы поверим, никто из животных не выжил, в какое-то местное болото, радуйтесь тому, что мир действительно разбит на разные биомы, но и там в этих зеленых топях на вас не бросается из воды какая-нибудь мутировавшая помесь крокодила и лягушки. Тут уже невольно вспоминаешь Станиславского и орешь «не верю». Авторы также дали имена и клички каждому из встречных персонажей. Да, абсолютно каждому, включая даже какого-нибудь спермоплюя. Но какой нам от этого толк, если поговорить с ними нельзя, да и сами они в основном молчат. Хорошо, хоть в трех главных поселениях местами жители разыгрывают забавные сценки и всячески пытаются симулировать бурную жизнь. Хотя чаще всего это лишь претензии на забавность, причем крайне пошлые. Кстати, о пошлости. Rage 2 действительно в сюжете, в диалогах, проработке персонажей и в общем настроении пытается играть на одном поле с Borderlands. Тут много фриков, вроде упомянутой уже похотливой бабульки, заведующей местным телешоу «Убей мутанта». Один из главных союзников нашего Уокера обнимает и целует отрезанную руку его тетушки, сам при этом врос в тело карлика-мутанта, заменяющего ему ноги. А на улицах одного из поселений можно услышать, как местные обсуждают, может ли отрезанный член заткнуть глотку так, чтобы человек задохнулся, ведь кровь-то к нему вроде бы уже не приливает. Чуть подальше, на горшке, у всех на виду, сидит кто-то полуголый и улыбается. Лично нам улыбаться, естественно, от всего этого хочется куда реже. Нет, нельзя сказать, что все прямо совсем плохо. Атмосфера панковского розового безумия соблюдена и передана. Шутки юмора местами даже смешные, особенно про рейнджерский костюм, в котором еще осталось много Джерри. Но в целом все это выглядит, скажем так, не столь искрометно, как в Borderlands. Ну а про местный сюжет красноречивее всего говорят слова одного из главных действующих лиц, к которому мы первыми прибываем для реанимации антиправительственного проекта «Кинжал». Он говорит о том, что вся суть этого суперсекретного проекта, ради которого надо выполнять задания трех очень важных персонажей, в том, что наш крутой Уокер должен сделать все сам, один, въехать на танки и засунуть бомбу в глотку генералу Кроссу. Ну, кто бы сомневался, да. Если бы кто-то решил эту проблему. Если это ради проекта «Кинжал», говори, кого и где надо убить. Быстро соображаешь. Про ожидания и реальность. Скучный мир, банальный короткий сюжет, да, это все так. Но вот с другой стороны, а вы чего ожидали от игры, которую делает id Software и Avalanche Studios? Нового Fallout или Skyrim? Или вообще Red Dead Redemption 2? У нас что, в Doom был богатый сюжет? Ну да, можно было бы сделать что-то в духе Far Cry 3, Ghost Recon Wildlands или лучших выпусков той же Just Cause, чтобы со зверюшками, крафтингом, с захватом вышек и блокпостов, чтобы снижать влияние правительства и переманивать на свою сторону партизан. Но в этом случае мы уверены. Все бы кричали, мол, да ну, опять вышки, опять блокпосты, аванпосты и охота на бедных львов. Ну а в подобие последнего творения Rockstar Games авторы Rage 2 банально не могут. Да и задача была другой. Дать нам большой, открытый и местами веселый полигон для безумных покатушек и еще более безумных пострелушек. Недаром творческий директор id Software Тим Уиллетс описывает Rage 2 как First Person Shooter Verse, то есть вселенная стрельбы от первого лица. И все здесь подчинено тому, чтобы вы просто получали наслаждение именно от стрельбы и от ощущения того, как постепенно становитесь все сильнее и круче. Поэтому и квесты все тут про стрельбу, ну и иногда про гонки и стрельбу на гонках. И все они дают ресурсы для очередной прокачки умений, оружия, транспорта или пассивных бонусов для самого героя. При этом тут у нас уже не пустые декорации в качестве фона. Да, это опять же не Red Dead Redemption 2 и не очередная Fallout, но с точки зрения именно First Person Shooter Verse, то есть фактически Дума в открытом мире, сделано на самом деле неплохо. И в сюжете есть забавные моменты и миссии, и персонажи встречаются яркие, и на улицах поселений жизнь местами кипит, особенно в источнике, и активности, и точек интереса пруд-пруди. Что в итоге?
И вот если относиться к Rage 2 именно как к этакому Думу в открытом мире, то есть адекватно, если не ждать от игры того, чего нам и не обещали, то от нее можно получить свою долю удовольствия. Здесь реально хочется научиться действовать сильнее, эффективнее, прокачаться, обогнать, найти еще один ковчег, получить еще один ствол и так далее. По крайней мере, какое-то время. Конечно, это может надоесть, но тут игра предлагает выбор. Пройдите сюжет, раз уж тем более он такой короткий, получите свое и идите ждать новую Red Dead Redemption в безмерно живом и интересном открытом мире. Или зачищайте все, что можно зачистить. Для таких перфекционистов тут полное раздолье. 7 из 10. Скоро на канале. The Outer Worlds. Сможет ли Obsidian сделать лучшую ролевую игру года? Первый взгляд. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.